Сев за рычаги танка, ты понимаешь силу и мощь этого танка. Ну, не объяснить это чувство. Это не то, что сесть за автомобиль. Машина! Бегом это. Экипаж, конечно, готов каждый день с этим работать, но все-таки это мужское дело заниматься танком, и мы постараемся не отстать от них. Хочу пожелать всем танкистам счастья, здоровья, успехов по работе и по службе, мирного неба над головой, и чтобы танк стрелял, механик водил и танк не подводил.